Итак, всем привет, друзья, подписчики моего канала, с вами Кифта, я Гутсон и... Я Денис ГТ, всем привет, и это вторая часть долгих похождений, да? Ага. Это выживание на сервере, и оно будет долгое, как и было сказано в первой серии. Но я там ничего не говорил, я там название написал, и сейчас мы идем искать местность, где дом. Там нажимай рандомные точки и ищи место, где дом можно строить. Рандомно точно нажимай. Ой, я нашел. А, нет, плохо. Я лес нашел. Как все это пахнет? Зимний биом нашел. Давай. О, это зимний биом. О. Давай, принимай. Ух, ни хрена. Может, здесь построим дом? Ой. Так, у тебя есть начальный набор? Домик. Где? Нет. А он заплевачный. А может, нет. Ребят, не обращайте внимания на голос Гатшот, у него он просто заболел, типа. Ну, короче, у него он сел. Он же приватит. Пошли место, где дом искать. Сейчас я дерево пока порублю. Может, сделаем дом, где это, на воде? Можно. Ладно, пошли искать воду. Сейчас, секунду. Все, я себе наделал доску. Только не чисто, где вода? А вот здесь можно. Хотя здесь не особо прикольно получится. Подожди, я тебя потерял. Я к тебе еще кал напишу. А это по рандомным точкам ты поехаешь. Я дом незапривачный нашел. Сейчас ты поехаешь. Это дом незапривачный, смотри. Что, будем жить? Хотя, зачем воровать чьи-то дома? Пусть сами будут. Пусть строят. Да нет, красивенький домик. Надо самому тут строить. Давай лучше сами построим, чем, блин, воровать. Хорошо, я еще разломаю только. А зачем? Как зачем? Да не разламывай, вдруг это чей-то. Ну что? Ой. Давай шерсть хотя бы заберем. А шерсть, что шерсть? Мы можем ее в магазине купить. Посмотри, сколько у нас денег. Здесь у меня 990... 9990, все. Я тоже, так что мы можем шерсть купить. О, а это заплевачено. Ни хрена, ты пыхнись ко мне. Офигеть. Сейчас, смотри. Офигеть. Вот это прикольно, а интересно, чей это скин? Может, как-нибудь построим тоже? Ай. Офигеть, прикольно, да? О, как раз тут рядом вода. А, кстати, гон внутри здесь построен. Нифига, смотри, какой там дом. Гон наверх заберемся. Жалко, это не 1,9. А то бы литру взяли и полетели. А ты смотри, что здесь. О, дверь открыта. А не он. Заплевачно. Не, гон по лестнице или там по ступенькам. Там ступеньки есть. По лестнице ты? Я по лестнице. Погнали по лестнице. Ой, еще не упал. Все, мы покорили Америку. Мы покорили Америку с недостроенным флагом. Фашисты! А? Фашисты! А давай давай на превью поставим. Заскринимся и на превью поставим. Ты куда ты полетел? Ты сдох? Я к тебе до воды хотел допрыгнуть. А ты умер, что ли? Да. Чуток ли допрыгнул. Прими ТП. Вот, бери вещь твою. Не допрыгнул. Погнали, заскринимся, я на превью поставлю. Дэн. Ой, чё? Шахта. Где? Лобби. Куда вниз? А может давай сами вырвем шахту, как у ложки был в зимнелетних похождениях? А зимы до зимы тоже он там шахту вырыл. Я почему-то перестал смотреть его, видите? Я потому что, блин, хочу посмотреть первую серию, а потом через 3 дня, блин, уже там у него 60 серий нахрен. Я на самом деле только одну смотрел. Ко мне кто-то пахнет хочет, что я лучше не буду понимать. А только в тот раз.
Я железо добываю. Давай, лучше поднимайся, надо заскриниться. Хорошо. Ты где? Ты наверху уже? Да. Сейчас я чанки побольше сделаю. С чанками-то. Экстрим поставлю нахрен. Блин, опять куда-то телефон убрал. Так, сдох. Ты что, шутишь? Он, ты опять сдох? Серьезно? Сейчас. Я не ТП. Сейчас. Сейчас с лестницы упал. Вещи, мои вещи. А? Куда делись мои вещи? Фак, их очистили походу. Напиши, ага. А напиши кидстарт. Ты рекламу не видел? Стой. Так, ребят, продолжаем. И, ребят, гадшот должен здесь умереть. Ой, стой, сейчас. Да стой ты. Хочу, чтобы ты здесь умер. Ты умрешь, тут умрешь. Пока. Пока. Возвращайся, бери вещи. Все, ты... Ой, ты листочек убил. Кат, половину вещей отдай. А? А, ты у меня ничего не взял. Ну что, еще конфетки. Ты листочек сломал, поставь землю назад. Землю назад поставь. Землю, а не дуб. Это земля. Это дуб, дурак. Здесь этот стоял. Ну ладно, все надо делать всегда самому. Ты где? На воде начинает домик строить. Нет, стой. А это? Заскриниться, чтобы это на превьюшку поставить. Я не хочу, я оттуда уже два раза упал. Осторожно будь. Еще сам в воду нахрен. Вставай рядом со мной. Стой. Сейчас. Стой, теперь встань вот так вот, смотри. Вот так вот встань. Так, и теперь давай на всякий случай около флага заскринимся, а потом выберу, какую лучше прыгну поставить. Я чуть не упал. Давай. Все, отлично, пошли. Джеронимо! Кто будет парнем для моей дочери? Я жив. Давай начинай домик строить. Дэн, я жив. Отлично. Я. Где будем строить? Сейчас, стой. Иди за мной. Потолкни, только без меча, рукой. Сейчас, секунду. Вот, здесь будем строить. У меня кит бонус. А? У меня кит бонус. А что он тут есть? Смотри, что у меня. Сейчас, что я возьму сам кит бонус. У меня алмазный блок. Да? О. О, прикинь, если... Короче, здесь можно... Если копаешь деревья, тебе деньги дают. Слышь? Глянь на меня. Че? Я даже не задыхаюсь. Стой, дай-ка возьму кит-бонус. Ух, нихрена ж себе. Ладно, начинаем. Только алмазовый блок не трать, потом в это положим. Нам надо потом... Его вообще алмазный блок надо экономить. Отойди-ка. Ты хорошо умеешь строить дома в Майнкрафте? Да, хорошо. Я, конечно, блин, коробки делаю. Я в Биг Батле два раза первое место занимал. Я тоже. Даже больше, наверное.
Ты что такой маленький? На что больше делать как? Ты уже, наверное, видел мой домик в Орлиных похождениях. Ага. Вроде бы такой домик нормальный. Сейчас еще вот так все. Здесь надо еще где-нибудь сделать ферму потом. Да не надо так. А как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы здесь стекла были? Через одну. А зачем? Увидишь. А дверь ты где ставить будешь? Одну дверь будешь ставить? Смотри. Еще дальше. Потом. Здесь ставим дверь. Одну. Здесь надо ставить. Здесь так лучше будет. Ладно, здесь дверь ставим. Стой, мне надо дверь так сделать. Зачем? Странно. Ай, ладно, мне хватит. Все. Сундучки надо сделать. Так, сейчас заплевачу. Я понимаю. Чё? О, откуда он у тебя? Китнов написал. А? Китнов. А что это за кит? Вот, смотри, я еще в чате напишу. О, я тоже написал. Кит Ньюф. Это пусть про запас будет. Слышь, я все кит... Стой, давайте будем... А зачем ты через блок-то делал? А? А зачем ты через блок делал? Сейчас увидишь. Ты что, хочешь сюда шерсть поставить? Нет. А зачем так некрасиво? Лучше поставь, знаешь, какие-нибудь другие лучше доски поставь. Нет, смотри. Сейчас. Еще заметь. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Хоть мы не достроили дом, мы достроим дом в следующей серии. А если вам эта серия понравилась, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами был я, Никита, со мной сегодня играл. Я Гудшот. Всем удачи, всем пока.